Всем привет! Мы сегодня только что с Анютой классное такое время провели, пообщались по душам. Ты пойдешь, да, на низ? Да. Она пойдет на низ, мы тут просто Библию читали вместе, обсуждали разные темы интересные, помолились вместе, в общем, классное время провели. Ириска. Такое духовное время. Ириска, ты с Аней выходишь? Да. Пойдем. Ты нас вот это бросаешь так, и ты иди, она останется, она будет со мной письма распаковывать. Иди, 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 ладно, иди. Ириска будет. Ириска, останешься со мной. Ты же моя девочка. Самое интересное, кошку взяли нам, а Аня ее себе отобрала и говорит, моя кошка. Все, ничего не знаю. Я говорю, не. Она говорит, я в Новосибирск еду, ее с собой заберу. Даже не думай, говорю. Где город, а где село? Говорю, она мышей тут ловит, она же, говорю, в городе загнется морально. Загнется. Вы что? Она каждый говорю, день Аня, выходит вот мышей что, ловить. Что, говорю, ладно, ты ее себе здесь забирай. Но, говорю, Новосибирск с собой ее не повезешь. Ты такая самая нежная кошка наша, самая хорошенькая. Ну, будешь с нами распаковывать письма? У нас тут классное письмо пришло. Вообще, огромнейшее спасибо. Я сначала письмо открою. Оно очень давно пришло, я хочу сказать предисловие. Я просто в ящик не заглядывал. Оно пришло аж 13 января. А я ж смотрю, что-то оно поздравительное. Думаю, а что так поздно, в феврале пришло. А это Боря, короче, проворонил его. В общем, всем известная семья. Всем известная. Ну, многим известная, так сказать. Не всем, ладно. Савченко Family. Я вообще сначала не смотрела сюда, смотрю тут письмо, думаю, так, какое-то официальное, Бровченко Борис, Татьяна, так, думаю, надо открыть, открываю, здесь такая открытка от этой семьи. Кто не знает, это многодетная семья, у них сколько детей? 9, кажется. А ты посмотри. 9 это у Жуковых, у них больше. Здесь не пишется, сколько у них детей. Так. Дорогие наши Борис, Татьяна, ваши детки, от всей души поздравляем вас с радостным праздником, Рождеством Христовым, Новым Годом. Пусть Бог благословит вас и хранит от зла. Обнимаем, семья Савченко, 2020, Псалом 22 прислали. Вот такая семья. У них YouTube-канал есть. Мы его найдем, ссылочку оставим в описании видео. Он у нас где-то есть даже прикреплен на нашей главной страничке внизу. Можно прям перейти. Ну, ссылочку оставлю. Да, ребята канал. В Штатах живут. Да, в Америке живет семья, у них очень. Они там, у них на канале уроки английского языка, там они сами поют, играют. У них творческая очень сильно семья. Ой, вообще, спасибо огромное вам, прям очень приятно. А эта посылочка очень такая мимимишечная. Я знаю, что здесь внутри просто. Мы с этой женщиной переписывались, подбирали вместе то, что здесь лежит. Левкина Аделина. Значит, здесь подарок нашему Максимке. Там, Миш, я тебе показывала, что я просто не помню, да? Не, я помню, ты мне показывала фигурку, да, так я же не знал, что это она. Короче, эта женщина в своем инстаграме, через свой инстаграм, продает очень классные мимишечные штучки для грудничков. Я сейчас покажу, у кого есть, просто переходите, эту же ссылочку оставлю в описании видео. Она предложила, говорит, можно я вам сделаю подарочек к рождению Максимки? И мы с ней вместе подобрали, спасибо огромное вам, просто вообще шикарная вещь. Что, не будем мучить, да? Открывать? Давай, давай. Она их продает, разные штучки, разные, как это сказать, разные у нее цвета, разные... Еще и пакетик такой. Да, да, да. Золотой. Gold. Так, вот такой эти. Так. Поворачиваем? Давай, поворачивай. Опа! Навряд ли вы догадались, что это. Потому что я сначала тоже не догадалась, когда она мне прислала, потом она объяснила, ну, фотки прислала. Вот ее инстаграм. Ну, здесь не видно. Я ссылочку на инстаграм оставлю в описании видео, перейдете. For baby. Туз. Вот так как-то инстаграм называется. Это, знаете что? Это прорезыватель для зубов одновременно с держателем для пустышки, для маленьких деток. Именной. Сейчас мы его откроем. Я его просто хочу еще пофоткать для инстаграма. Пофоткаем, откроем, и я покажу. Вообще настолько красивая штука. Поэтому, если вы хотите сделать кому-то подарочек, у кого-то из ваших друзей, знакомых, родственников родился ребенок. Классная штука. Вы знаете, сейчас уже приевшиеся подарки. Однообразные. Памперсы не подаришь. Это как-то приземленно, да? Вот. Деньги. Ну, это такое дело. Деньги человек куда-то пустил и уже о вашем подарке не помнит особо, да? А вот когда именную вот такой держатель подарить, я просто сейчас его открою, вы посмотрите, какая это красота. Вот это бомба просто. Что, фоткаемся? Да, потом продолжим снимать. Все, нафоткались. Все пойдет в инстаграм. Кто, кстати, не подписан, подписывайтесь. Мне прям так жалко раскрывать, такое оно красивое. Так, ладно, поехали. Это же все-таки практичная штука. Ладно, оторвала.
Я еще просто такого не видела, если честно. Это же настолько у женщины фантазия, да, хорошая, чтобы придумать как вот сторону такие... его, вот, да. Ага. Чтобы придумать такие штучки для мамочек. Смотрите, смотрите, смотрите. Кто здесь? Максимка. У нас был выбор, вот она написала то, что мы выбрали. То есть можно Максим, Максюша, Максимка, вот мы выбрали Максимка. Класс, вот а ну вытаскивай. Именно. Нет, подожди, еще пофоткай. Ой, я не могу прям. Вот так творится история Инстаграма. И так выкручивает я уже, мне настолько, и так. Я серьезно, я вообще от таких всяких мимишечных не особо не в восторге. Мы, ну как, не, мало что вообще что-то такое именное заказываем или еще что-то. Ну вот здесь прям я в восторге, она такая красотулечка. Вот респект женщине, кто вот это придумал. Я серьезно говорю. Вот очень классная идея. Очень нужная вещь для этого, для деток. Почему нужная? Потому что когда режутся зубки у детей, они в рот сунут все, понимаете? Ну что, достаю? Доставай. Вот такие штучки. Вот это держатель для пустышки. Опа, ой, где? Так, так раскрывай. А вопрос... Не-не-не, да, ты... Вот так, наверное, да? Да. Еще нужно... А, нет, подожди. Разберемся сейчас. Это, не-не-не, подожди. Это за что цеплять? За одежду. Это да. Моя цеплялочка. А куда пустышку цеплять? А пустышку куда хочешь, туда и цепляешь. Как? А ты хочешь, да, чтобы тебе держатель был для пустышки? Конечно. Кстати, вот это я с ней бы советовалась. Сюда прицепил бы ее. Наверное, просто да. Просто чик. Ты либо пустышку, наверное, рядышком цепляешь. Ну да. Короче, будем советоваться, как правильно ее пользоваться, где здесь что цепляется. Но вот это все силикон пищевой, не облазящий, то есть краска здесь не вредна. И все можно жевать. Я советовалась, да, это все можно грудничку жевать. Вот эти кнопочки, все-все-все, то есть это все можно облизывать, кипятить, замораживать. Кстати, она говорила, что можно замораживать, а когда холодный силикон, холодный этот, он снимает боль с зубок. Ну, кто знает, да, продаются специально даже в аптеках такие с наполнителем с типа воды. Такие, помнишь, более? Заморозил, на язык положил, оно заморозил, прилипло. Заморозил, ребенок, ну как, охладил, ребенок ему в холодильник, ну, так... можно. Вот это тоже можно, ну как бы, охлаждать. Тогда охлаждать, а не замораживать. Ну, ты представляешь, язык прилип. Ну, Боря, ну ты понял, что я имею в виду. Морозилку бросил на минутку, все, она уже холодная. Ну да, да. Не да, надо да. в холодильнике там полчаса ждать. Ну, классная штука, ребята. Спасибо огромное вам. Прям вообще, я ее не отдам, Максим. Можно, а можно мне Таневуша? На старость. И тоже грызть. Вообще класс просто. Я в восторге. Вы знаете, это вот, наверное, такие очень приятные подарочки, которые прям вот по сердцу. Здесь, знаете, как больше отношения дружеские, а здесь прям очень-очень классная штучка. Вообще. Спасибо огромное. Спасибо. Прям реально спасибо огромное. Вот, очень классная у вас идея. Пускай ваша работа развивается, пускай у вас будет много-много. Ребят, переходите, поддержите женщину, во-первых. Поклонников. А, да, а во-вторых, реально классная штука в подарок. Вот я же говорю, единственное, что я уточню, как... А, вот. Видел, как искривается? А для тех, кто не пользуется пустышками, прорезыватель для зубов, именная штучка, которой ребенок может и в руке играть. И это четки, да? Ну, перебирать. Вообще класс. Спасибо огромное. В общем, на этом будем видео заканчивать. Сегодня вы узнали и об Анюте, как мы с ней иногда времена проводим, и о нашей кошке, и об наших, и о шикарной семье наших. Ну, мы близко не дружим, так сказать, но хорошие знакомые. Это наши братья и сестры во Христе, тоже они верующие, семья Савченко. Просто близко очень хочется со многими дружить, но не получается физически, морально, по времени вообще очень не получается. Поэтому так точечно общаемся, с тем немножко, с тем немножко. Все, до новых обзорчиков, до новых видео. Пришел Максимка, уже хочет себе забрать. Так, Аня, это не тебе прорезали для зубов. Понятно? Чего так уходится зубки? Вообще, я говорю от имени ребенка, да. Не, классная штучка, мне нравится. Милашка? Максимке повезло. Да. У тебя уже зубы не прорезываются. У меня такой не было. У тебя такой не было. Сейчас видишь чудеса, какие происходят. Я жевала свои пальцы. Прорезала такая. Не, тебе дядя Олег давал там такую тоже. У тебя тоже были прорезы, только больше на погремушках.
А это вот такой прорезатель. Да. Интересный. Круто.